Казахстан и Азербайджан укрепляют взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня Касым-Жомарт Токаев встретился с Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита в Баку. Встреча двух лидеров состоялась в резиденции Загульба. Главы государств приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Жанап Казахстан Республикасының президенті, сізі Азербайджан Республикасына келмеңіз шарафына фәхри қарау дүзілі. Караул рейси полковник лейтенант Кулиев. После исполнения гимна двух стран Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Казахстанский лидер наградил президента Азербайджана высшей государственной наградой – орденом «Алтын Кран». Этой наградой Ильхам Алиев удостоился за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, сообщил глава нашего государства. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. Сегодня будут обсуждаться очень важные вопросы, по итогам переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень.